Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. В этом видео мы рассмотрим пользу героя, такого как Бистмастер. На самом деле, это невероятно полезный герой в паблике, его пикают очень редко. Я даже не помню, когда последний раз я его видел. Но на турнирах его берут довольно часто. Давайте посмотрим, почему же его так ценят на турнирах. Ну, кроме того, что у него есть хороший... проказ, да, которая рубит деревья, наносит урон. Также мы можем призывать животных. Это ястреб, который может разведывать территорию. И потом по прокачке он становится невидимым. И кабан, который просто может мешать фармить врагам и также замедлять их. Пукс, пукс, пукс. Но это не самое главное. Безусловно, Бистмастер в первую очередь саппорт. И вот эти вот животные, это тоже относится к саппортингу. То есть он помогает вашей тиме, вашей команде, да? Разведывает территорию и так далее. Также у нас есть аура, которая увеличивает скорость наших тиммейтов. Но опять, это все не самое главное. Самое главное у Бистмастера это его ультимейт. Невероятно мощный и полезный ультимейт. Опять напомню вам, что Бистмастер это не соло-убийца, нет. Это саппорт-герой, который помогает выцеплять. И здесь нам помогает наш ультимейт, который, в принципе, любого героя превращает его в ноль. Давайте посмотрим, как все это работает. Например, кого можно контрить с помощью нашего ультимейта? Это Сларк. Все мы знаем, что Сларк довольно тяжелый враг. Там у него и прыжок есть, и ультимейт есть, и так далее. Как нам его убивать? Само собой, ну, должен Бистмастер инициировать, ультануть, и все ваши тиммейты одновременно наваливаются и убивают. Вы видите, что стан нормальный, сколько там у него? 4 секунды. 4 секунды вполне хватит, чтобы убить. То есть мы сначала ультуем и делаем топоры. Оп-оп. И в первую очередь, все наши тиммейты должны нам помогать его убивать. Далее, еще плюс нашего ультимейта. Он пробивает БКБ. Ему абсолютно все равно на БКБ. Как на родное, так и на купленное БКБ. Это тоже уникальная особенность. То есть, против героя... Он, как делается? Вот начинается игра, начинается пик. Вы видите, что ваши враги пикают героев, которым, скорее всего, они соберут БКБ. Или уже есть лайфстиллер, у которого есть родное БКБ. Вы понимаете, что у врагов много БКБ? Пикайте Бистмастера, и вы победите эту игру 100%. Все, Гуля врубает БКБ. Мы ультуем, Гуля встанет. Как будто у него БКБ и не было. Ваши тиммейты нарезают и убивают. То же самое с блинкерами. То есть... Бистмастер тоже антигерой, таких героев как антимаг. Что самое главное антимагу? Всегда убегать. Всегда делать блинк и убивать от гангов. Убегать от гангов и минимум умирать, правильно? А тут ему в этом помешает наш Бистмастер, который просто ультует, и ваши тиммейты наваливаются и колотят его. Оп-оп-оп. И больше нету антимага. То есть он просто никуда не уйдет. То же самое с Квапой абсолютно. То есть ультуем. Опа. Квапа ничего не может сделать. Вот такая вот у нас польза. Теперь, какие у нас еще будут, могут быть плюшки, да, например, предметы. Начнем давайте с даггера. Безусловно, когда вы будете играть за Бистмастера, старайтесь с самого начала собирать ему даггер. Кстати, еще плюс Бистмастера в том, что за него очень легко фармить, благодаря его первому скиллу. То есть он довольно хорошо дамажит крипов, и у него, кстати, еще великолепная анимация атаки. И поэтому собрать даггер, это просто вообще ничего нам не стоит. Когда мы собрали даггер, да, мы уже можем инициировать. Вот именно так мы и берем и высыпляем всяких сларков, антимагов. Нам не нужно подходить вплотную, нет. Мы просто откуда-нибудь, мы видим, что наши союзники бегут их убивать, выпрыгиваем, ультуем и убиваем все вместе. Этого времени, поверьте, 4 секунды вполне хватит, чтобы его разорвать на куски. То есть вот она пошла, польза даггера. Дальше у нас идет аганим, да, уменьшает КД и увеличивает дальность применения с аганимом. Так, давайте мы глянем дальность применения.
Так, где она? По идее, он должен увеличивать. А, нет, он увеличивает... Да, дальность применения. Ну-ка, подождите. Дальность применения 900. Ну-ка, 900, а без него сколько у тебя? Он не пишет дальность применения, что за бред? Ну ладно. В любом случае, все, кто играет за Бисмастера, они знают, что Аганим увеличивает дальность применения. Еще даже на турнирах, да, комментаторы говорят, типа, о, забрали ему Аганим, сейчас будут на пол карты ультовать. Ну, не на пол карты, ну нормально. Ну, безусловно, Аганим нам отлично идет. Но я не собираю первым Аганим. То есть после Даггера я не собираю ему Аганим, я собираю ему Рефреша. Потому что от него будет гораздо больше толку. То есть у нас в итоге будет два ультимейта. Два ультимейта мы сможем выводить из строя сразу двух врагов. То есть раз, сразу, опа, 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 сразу три. Нифига себе, машина смерти пошла. Давайте мы сейчас сделаем так. Он в это... И еще раз продемонстрирую. Например, там где-нибудь там бежим, бежим, бежим. Прыгаем, ультуем. А, у нас, видите, нету итемов. Нам нужно маны собрать, надо было арканы. Давайте быстренько соберем. В любом случае, конечно же, ему нужно будет собирать арканы. Травела это я просто для лобби собрал. Refresh. Эх, так, ну давай. Вот сейчас должно ему хватить в любом случае. И пробуем еще раз. Так, смотрим. 375. 400. Да, сейчас ему точно хватит. Пробуем еще раз. Так, с даггера прыгаем, например, сюда вот. Опа. И все. Ну вот. То есть, в обычной игре мы сначала собираем ему арканы и только арканы. Еще раз говорю, чтобы мы могли фармить с помощью первого скилла. Потом очень быстро собирается у нас даггер. Потом собираем ему рефрешер или аганим. Это вы уже сами думаете, но я больше предпочитаю рефрешер. И потом уже аганим, если надо. Вот такой вот у нас полезный герой. Еще раз говорю, пикайте его в первую очередь это против БКБшек. Этот герой превращает БКБ в ноль. Кстати, у него еще очень маленький КД ультимейта. Всего лишь 80 секунд на первом уровне, а потом 70. С аганимом сколько у нас будет? С Аганимом 45. 45 секунд. Представляете? Великолепно. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.